Активисты Одинцовского волонтерского центра «Единой России» ежедневно контролируют соблюдение мер санитарной безопасности в округе. В ходе очередного рейда волонтеры проверили сразу несколько объектов в сельуправлении «Назаревское». Офис местного МБУ, Центр развития ребенка при детском саде номер 46 в поселке Назарьево и ветеринарную клинику в деревне Матвейково. Как сообщила исполнительный секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова, по итогам проверки нарушений выявлено не было.